чем. Может, и сантехника стану я еще. Ничего само собой не наладится. Все.
В общем, у нас мастер, у него главный материал Это скотч. Да. Скотч, это посмотрите для любого. Да. Зато какой композитор. Даже я на вашем месте попал. Даже вы не так. Попробую наших друзей просить спеть песню, у нас Евгений Тарковский. Надо сказать о том, что эту песню поют для много разных людей, да, из разных. А вот там, даже недавно записал на свою пластинку по концертах ее Катя Пусева, такая сердца, знаете, наша. Да, и в общем, и сподобился наш друг, редкий случай, чтобы сам Олег Григорьевич Митяев записал эту песню на пластинку, на свою, которая скоро выйдет, будет называться «Незабываемая». Спасибо, Олег. Вот она, «Незабываемая» песня. Спасибо. Я Арсений Тарковский. Просто в связи с тем, что у нас там немножко поломалось все, да, ничего страшного.
уже все воспалилось. Сейчас мы с вами песню, совершенно новую. Она еще нигде не записана, надеюсь, что есть. Надеюсь, что в ноябре, я очень надеюсь, мы выпустим новый альбом. Эта песня там будет. Я сегодня очень для вас спою несколько новых песен. Вообще барды, знаете, они бард такие люди, они гитары вообще не строят. Это вообще, как я люблю, гитару строят только трусы. Вообще, барды они как дети, они гитару строят только так, чтобы галки ровные все. Стихи, в общем, посвящаются сегодняшнему аншлагу. Когда-то гости к нам съезжались, и в доме царствовал бедлам, а нынче все разъезжались и затаились по углам. Вельных уже нет, а где-то речи, а эти есть, но не хотят. Окончен бал, погасли свечи, и едва-едва коптер. Вельных уже нет, а где-то речи, а эти есть, но не хотят. Окончен бал, погасли свечи, и едва-едва коптер. Да черт с ними, со свечами. Дело вовсе не в свечах, мы стали старыми хмычами, иду веселье в мазачах. Впрочем, нет, еще осталось, и вот чуть-чуть на самом дне, хотя все остынее старость, не удавится огне. А впрочем, нет, еще осталось, и вот чуть-чуть на самом дне, хотя все остынее старость, не удавится огне. Поймете.
Вот. И мы в последнее время попробовали проанализировать, почему мы до сих пор не разругались окончательно, не разводились, не расстались. Несколько причин нашли. А одна очевидна просто. Дело в том, что наши родители прожили вместе 65 лет. Вот это вот я понимаю. Я не забуду в течение месяца. И вот сейчас мы идем сидеть песню с Едой Самойловой, посвятить отцу. Я маленький в гору волнений, за окнами падает снег, и папа поет, поет мне, как ныне, собирает свечи Олег. И папа поет, поет мне, как ныне, собирает свечи Олег. Yeah.
сердце мое, окончены дела, и легкая душа моя не стала тяжела, и легкая душа моя не стала. Thank you.
песни Марины Кулаковой, но вот об одном из напитков мы вспомнили. Я все хочу, вы знаете, чтобы я позвоню хозяину гнезда лохаря, чтобы в следующем году, точно в новом зале, был наш любимый напиток, который мы не пили в детстве, а сейчас вообще уже здоровье позволяет делать. В юности уже, да. В детстве. А, да. Я знаю о портвине, но это даже не песня, это блюз. Имеет, естественно, наша песня. Он называется «Портвейн блюз». Песню про любовь, в общем, на самом деле.
продолжаем эту тему. Да, из нашего нового замечательного авторского альбома, который называется «Таком ключе». Вот и эта песня называется на стихи нашего друга Алексея Захаренкова. Песня имеет два названия. Первое название как раз по имени, это название диска на «Таком ключе», а второе название песни «Постарый». Каждый охотник желает знать, каждый полковник желает стать. Только садовник хранит секрет, жизнь не кончается, смерти нет. Тайную дверь отворит ключом, видишь склонившихся на ручье. Мир перед тобой преклоненный весь, жизнь начинается где-то здесь, где-то здесь. Белая книга, остывший чай, снова рука на ее плечах, снова щека на его плече, жизнь клевает на ключе. И засыпаю, отвечаю свет, жизнь не кончается, смерти нет. Yeah.
Oh.
стихи Алексея, того же альбома. Знаете, тут вот я вижу, что не только из Москвы люди, да. Вы знаете, эта песня могла посвящена и вашему городу, вашему родному городу. Тут главное, что подошла рифма к вашему городу. Правильная рифма в контексте этой песни. А так, в общем, песня о нас, наверное, с Валерой, о наших друзьях, может быть, и о вас. Чего вы не видите?
приходит маленький русский фестиваль. Спасибо. Спасибо, друзья. Все. Удачи вам. Поболейте. До свидания. Все. До встречи. Синай? Да. Синай. Давайте мы возьмем другую песню. Давайте паровод оставим до 12 числа, как раз. Хорошее число 13, сентябрь, да. Приходите нас на наш концерт с Сергеем. Да, там настроение. Мы сейчас пели песню на стихе 19. Еще одна песня, которая не еще одна, а одна из первых вообще песен написана на стихе Елизаветы Черетанского в 77-м году, так хочешь сказать, 1870. Нет, повода не отменит. 40 лет будет веселый, да? Да. Собирались на скалу, обнимались ласково. Спасибо.